Всем привет! Сегодня приготовим яблочную шарлотку под названием «Шедевр». Для этого нам нужно 600 грамм яблок свежих. Я их нарезала, можно дольками, можно квадратиками. 3 яйца, 180 грамм муки, 200 грамм растительного масла, кроме оливкового, 200 грамм сахара, 1,5 чайные ложки разрыхлителя. И также нам нужно будет приготовить заливку. Для нее нужно взять 50 грамм коричневого сахара. Но так как у меня коричневого нет, я взяла просто темный сахар, который у меня есть, желтый. 50 грамм орешков. Их нужно будет еще обжарить. И 80 грамм сливочного масла. В чашу миксера разбиваем яйца. Желательно холодные, чтобы они были. Потому что холодные лучше взбиваются. Чашка тоже должна быть холодная, это лучше. И насыпаем сюда сахар 200 грамм. Но я сначала взобью немножечко яйца, а потом добавлю сахар. Во взбитые яйца с сахаром, взбитые до пены, нужно потихонечку добавить растительное масло. Продолжая взбивать. Духовку ставим разогреваться на 350 градусов по Цельсию или 180, ну, то есть по Фаренгейт, или 180 по Цельсию. Также приготовим форму. Я застелила дно бумагой и смазала сливочным маслом края боковые. Пока взбивается, можно обжарить орешки на сухой горячей сковороде. В муку добавляю 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваю. И потихонечку вручную добавляю во взбитую массу. Вот такие у нас получились орешки. Я их сейчас положу просто на тарелку, чтобы они уже не подгорели, пока я буду готовить все остальное. Осторожно, потихонечку добавляем муку. И не миксером, а вручную вмешиваем это в тесто, чтобы оно не село, потому что оно сейчас взбитое. Взбитое, оно пышное. Если добавить и взбивать миксером, то оно может сесть. Поэтому так аккуратно, осторожно поднимая его вверх. Вот так вот вбиваем тесто, муку в тесто. Стараемся не очень задевать об стенки посуды, чтобы тесто не садилось. Такое у нас получилось тесто. Теперь я взяла форму. Духовка уже подогрелась у нас. Я выкладываю яблоки. И заливаю этим тестом яблоки. Вот так получается. И я ставлю в духовку выпекать на 40-45 минут. И где-то через 35 минут я проверю. Пока у нас выпекается пирог, можно будет порубить орешки. И приготовить заливку немножечко попозже. Я взяла пекан, но можно взять грецкие или какие-то любые на ваше усмотрение. За 10 минут до готовности приготавливаем заливку. Ставим сковородку, кладем на нее масло растапливать.
Добавляем сюда сахар. Так, таймер мне пропищал. Я ставлю еще на 10 минут. Вот я высыпала еще орешки сюда. Все это перемешаем. И в горячем виде залью на эту шарлотку. После этого духовку выключаем. И она уже с этим сиропом стоит еще 30 минут в горячей духовке. Ну, как постепенно духовка, конечно, остывает. Заливаем шарлотку сиропом. И ставим в духовку еще на 30 минут, но духовку при этом уже выключаем. Вот такая красивенькая у нас получается шарлотка. Вот такая у нас получилась шарлотка. Приятного тебе аппетита!